Лауреат Ленинского городского округа в номинации «Волонтерство и благотворительность» губернаторской премии «Мы рядом» принимает участие 24 человека. Одним из них стал Григорий Авдеев, координатор волонтерского корпуса, члены которого практически 3 месяца помогали людям, вынужденным соблюдать самоизоляцию в период пандемии. Работа с большим количеством людей у меня в практике уже была, и неоднократно мы создавали большое количество проектов, которые были реализованы, считаю, успешно. Но здесь, соответственно, условия диктовали нам сумасшедшую, скажем так, скорость, по которой мы должны были не просто быстро сделать, но и эффективно. С 7 утра до 9 вечера волонтеры развозили продукты питания и лекарственные препараты жителям муниципалитета, обратившимся за помощью на горячие линии. Волонтерский штаб организовывал доставку гуманитарной помощи от губернатора, а на базе общественной палаты было сформировано более 3000 наборов для адресной помощи гражданам. Мы сделали довольно-таки очень приличную работу, которая в итоге превратилась в волонтерский штаб при общественной палате, вот, где с логистикой, поставкой, разгрузкой, довозкой, контролем, отчетом, информационной справки. Это все было в нашей деятельности. Соответственно, это работа, которую вот мы осуществляли в период пандемии. Волонтерский корпус стал крупной организацией достаточно быстро. Граждан, готовых прийти на помощь другим в округе, оказалось немало. Люди, которые с первого раза поняли, что это их, они начали, соответственно, среди своих близких искать тех людей, которые готовы также к этой работе присоединиться. И таким образом мы сформировали по итогу 151 зарегистрированный волонтер, но по факту их гораздо больше. И каждому из них хочется выразить благодарность за всю совместно проделанную работу в трудный период. Моя заявка была сформирована исключительно на то, чтобы поддержать тех людей, которые в это непростое время приняли для себя решение пойти на передовую, скажем так, и рискуя своим здоровьем, а возможно и жизнью, помогали другим на абсолютно безвозмездной основе. Речь идет о призовом фонде премии. Лауреаты получат 1 миллион рублей. И это было бы отличным способом выразить благодарность за тяжелый труд людям, бросившимся на помощь тем, кто в этом нуждался. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.